Will.
Ты реально хочешь об этом поговорить? Давай поговорим, как мозг человеческий устроен, я тебе расскажу. Ты понимаешь, что весь твой мозг и все позитивные твои эмоции, которые с тобой происходят, они происходят от того, что ты чем-то закидываешься. То есть у тебя производится реакция подкрепительная в организме, у тебя выделяется дофамин и серотонин. Серотонин – это гормон, который помогает бороться со стрессом, да? Вот, дофамин – это гормон, который предоставляет тебе удовольствие. Таким образом, каждый раз, когда ты получаешь какое-то удовольствие, ты закидываешься дофамином. Да, так, я так и понял, да. Большинство людей так и думают. Собственно, каждый раз, когда ты ешь сахар, ты закидываешься наркотой, по большому счету. Ты закидываешься наркотой, чтобы получить дофамин. Каждый раз, когда ты пьешь алкоголь, каждый раз, когда ты пьешь кофе, каждый раз, когда ты пьешь вино, куришь сигареты, каждый раз, когда ты хоть что-то делаешь, что тебе приносит удовольствие, ты закидываешься наркотой. Каждый человек наркоман. Нет, ты запросто можешь сдохнуть от алкоголя, сдохнуть от сигарет, и ты запросто можешь, короче, сдохнуть от сахара. Между прочим, более того, если взять, что, ну, конечно, вероятность заработать рак от сигарет, он несколько десятков раз выше, чем вероятность того, что ты заработаешь рак от той же травы. Особенно, если ты будешь ее выпить, то вероятность того, что ты заработаешь рак от сигарет, в несколько тысяч раз выше, чем то, что ты заработаешь рак от травы. Нет, это не рандом, блять, это математика, иди статистику почитай. Есть статистические исследования, блять, есть наука. Есть медицинские исследования. Просто есть легализованная наркота, есть нелегализованная наркота. Но я почитал, и я говорил, что есть вещи гораздо безопаснее, чем... есть наркотики запрещенные, которые безопаснее, чем сахар, понимаешь? Не то, что безопаснее, чем алкоголь и табак, даже безопаснее, чем сахар. Например, марихуана, например, псилоцибин. Их не зря запретили, а ты думаешь, почему их легализуют-то, блядь, сейчас? Потому что они безопаснее. Их потихонечку в каждой стране легализуют. Ну а зачем ты сахар ешь? Не ешь сахар, ешь сладкий, он вредный. Для зубов вредный. И зависимость от него. Схуяли, если он выделяет дофамин. Он вырабатывает зависимость и выделяет дофамин. Почему это наркотик? Да потому что у вас шаблонный взгляд, вот и все, блять. Вы то, что занесли в реестр наркотиков, вы считаете наркотиками. То, что не занесли в реестр, вы считаете не наркотиками, блять. А то, что он работает точно так же и вызывает здоровенные проблемы, блять, вам поебать. То, что алкоголь вызывает проблемы, то, что сигареты вызывают проблемы, то, что сахар вызывает проблемы, вам похуй. Вы привыкли, что в словаре написано, что это не является наркотиком. Так и живете. Ну, клёво, только они легальны. И от них куча проблем. Ты попробуй сейчас запретить, стань политиком, попробуй хоть в любой стране стань политиком, попробуй запретить алкоголь и сигареты, тебя четвертуют нахуй. Ну и плюс говорю, по той же логике надо сахар запрещать. Вот Путину тоже на народ похуй было, он вот охуенный президентом стал. А где сахар запрещен? Невозможно запретить все, что выделяет дофамин, это нереально. Невозможно запретить все, что дает зависимость. Более того,
Более того, исследования показали, что запреты нихуя не дают. И не только исследования, а просто десятки, больше 100 лет запрета наркотиков показали, что они ничего не дают. Не снижается уровень преступности, не снижается потребление, не снижается смертность. Ну да, да, как скажешь, только я TikTok не смотрю. И диабет тоже хуйня второго типа. Ожирение, проблемы с зубами, это тоже все хуйня. Запреты с наркотой делают только такую ситуацию, что наркотики продают на черном рынке, варятся очень плохо, люди помирают и все. Для того, чтобы заработать диабет второго типа, надо просто постоянно питаться неправильно. Вот и все. Ты жрешь фастфуд. Вот ты ешь в Макдаке, ты думаешь, ты ешь как бы еду нормальную, а ты знаешь, сколько сахара в Макдаке? А ты можешь еще почитать, сколько сахара в соках, еще прочее. Ты перебери все, ну хорошо, ты пьешь сок. Ладно, хорошо, чем ты питаешься? Ну да, это очевидно. Вот я и говорю, что очевидно. Я говорю, что очевидно, что борьба с наркотиками ни к чему, по большому счету, не приводит. Для того, чтобы люди перестали хуячить наркоту, надо им уровень жизни поднять. А не, блять, извините меня, запрещать наркотики и заставлять их покупать, по большому счету, те же самые наркотики, только хуево сваренные, и они потом подыхают. Вот Пога нормальные вещи пишет. Так, ну вот я про то и говорю, что... что невозможно и не имеет смысла запрещать все, что предоставляет удовольствие и вызывает зависимость. А в чем проблема обязательно куриться? Сейчас пойду и накурюсь по месту. Как они влияют? Они кратковременно влияют на твое сознание. Но если сравнить количество преступлений под той же травой, или, допустим, псилоцибином сравнить количество преступлений под наркотой, ты увидишь с удивлением, где в десятки сотни раз больше преступлений, процентных, в смысле, на применение, не в абсолютном количестве. Есть наркотики, которые даже в постоянном применении, да, они не вызывают у тебя помутнение сознания и проблем с башкой никаких. Бухает, да, очень много людей. Бухает много людей, но я имею в виду, что процентно, если смотреть, да, то есть количество людей, которые там употребляют легкие наркотики и алкоголь, да, то есть, допустим, 1000 человек употребляют легкие наркотики, допустим, 1 000 000 употребляют алкоголь, да, то процентно среди них, да, все равно будет показатель выше у алкоголиков. То есть, допустим, 1% там к, ну, образно говоря, к 10, типа того. Но на самом деле другие цифры, естественно. Я имею в виду показатели гораздо больше у алкоголя. А если абсолютное число смотреть, там вообще пиздец, естественно. Что ты говоришь, вот зачем
зачем употреблять наркотики, это так глупо делать, чтобы тебе было весело. А ты в игры зачем играешь, по-твоему, компьютерные? Ты не учитываешь, что у тебя тоже дофамин выделяется, когда ты в игры играешь? А еду вкусную ты зачем ешь? Ты не учитываешь, что у тебя выделяется дофамин в процессе этого? Ты можешь есть постоянно, каждый день, одну и ту же гречневую кашу, без соли, без сахара, можешь есть овощи, зашибись. Кто сказал, что тебе вред не наносит? Ну из чего ты решила, что это наносит меньше вреда, чем тот же самый псилоцибин, например? Или каннабиоиды, типа ТГК? А кто сказал, что от ТГК ухудшается психическое состояние или физическое? Да будет, конечно. Это все зависит, ну, вы сравниваете с тяжелыми наркотиками, типа героина, естественно. Естественно, на метадоне сидеть у вас там, блядь, все откажет. Да вы от передоза раньше сдохнете, чем у вас все откажет, потому что у вас толерантность вырабатывается просто. Я в айтишке работаю. Да я вижу, что мне никто не поверит, я знаю. Похуй вообще. Почему кривое? Любое мнение, которое не совпадает с твоим, является кривым? Или что? Почему вот мои взгляды, которые являются либертарианскими и центристскими, по большой сути, да, которые совпадают с точкой зрения там... Нет, погоди, я же не в России живу, понимаешь? В России, да, либертарианцы бесполезны, я согласен, никакого верховенства права в России нет. В России либертарианцы абсолютно бесполезны. Базар сломался. Не, сейчас я живу в Грузии, но собираюсь мигрировать в Канаду. В Канаде либертарианство вполне себе нормальная вещь. Сказал Спак, который живет в России, да, и является половой тряпкой Путина. Окей, либертарианцы тупые, да. А при чем тут анкап? Нет, нет, тут ты не прав. Тряпок много не бывает. Вот в России 140 миллионов тряпок, все нормально. Завод работает. Нет, свет его не смотрю. Нет, то, что я либертарианец, это сильно сказано. Я просто за верховенство права. Так я просто центрист. Какое ядро, нет. Смотри, есть левые, есть правые, да? Оба они заняты тем, что они ссут тебе в уши, чтоб ты шел за них голосовать, по большому счету. Если ты уходишь сильно влево, у тебя возникают проблемы на одном фронте. Если ты уходишь сильно вправо, у тебя возникают проблемы на другом фронте. Любая радикализация – это всегда проблема. В России все ссут уши.
Red Team wins. В России нет будущего.